Я считаю, что очень хорошая игра получилась. Забили два быстрых гола, я считаю, по делу. Потом такой нелепый гол, грубо говоря, не вытекал из логики игры. Но мы в перерыве поговорили, мобилизовались и потом дело довели до победы. Два гола для защитника – это довольно-таки круто. Как часто вот дубли делал в своей карьере, были такие? Только когда играл за дубль, за лицензию, случалось такое, что прерывало. Но в высшей лиге это впервые такое, вот поэтому знаменательный момент для меня. Счет по игре, как считаешь? Плюс-минус, да, я думаю, да. Мы наиграли на такой счет, вот, хотя Витебск тоже очень хорошая организованная команда. И, честно, не просто с ними было, но мы были чуть лучше. Не просто во втором тайме, наверное, потому что они стали более активно прессинговать. Это еще первый тайм, когда мы два мяча забили и полностью контролировали ситуацию. Как это Но они вот после 2-0 немножко мобилизировались, уже им нечего было терять, немножко начали нас прессинговать. Вот. Да, и во втором тайме, вот, но задача была наша сдерживать их порывы и, в свою очередь, играть в нашу игру и забивать, перемножать наш результат. Довольно необычное празднование гола было первое. Можешь разъяснить и кому в голову идея пришла? Как вы знаете, мы часто так празднуем. Вот. Я думаю, это хорошо для публики, для наших болельщиков, которых мы очень любим. Вот. По-моему, Вадя Побудея перед матчем пришла эта идея, он у нас затейник, вот. Я краем уха слышал. Вот. Ну и все, ребята все тоже слышали, организовались. И считаю, что хорошо вышло, всем понравилось, болельщикам это самое главное для нас. Атмосфера сегодня, как знаешь, все-таки день города, и были такие разговоры, что мало людей придет на стадион. Как вот атмосфера? По мне вообще топ. Я думаю, что люди, наоборот, решили совместить такой знаменательный праздник для этого города. Вот. И они знали, и мы знали, что мы им подарим такой подарок, поэтому хорошо, что они пришли, мы им так вот порадовали в день города, это супер.